Почему люди стали доминирующим видом на планете? Эти кенийцы вышли на охоту, но у них есть кое-что эффективнее стрел и копий – интеллект. 15 голодных львов не подозревают, что сейчас станут жертвами своих инстинктов. Дождавшись, пока львы немного отведут мясо, эти мужчины группой выдвигаются прямо на них. План состоит в том, чтобы взять львов на понт и на характере овладеть чужой добычей. Скорее всего, луки и стрелы против целого прайда тут как талисманы на удачу. Ошарашенные кошки в панике разбегаются то ли от неожиданности, то ли от оглушительного звона стальных шаров этих ребят. Есть всего несколько минут, пока львы не вспомнят, что они цари зверей. Охотники в торопях срезают часть добычи и уносят все свои 7 ног. Да, это тебе не по прохладному супермаркету тележку катать. Не обязательно быть крупнее и сильнее, чтобы урвать кусок пирога. Достаточно быть наблюдательным и наглым.